Привет всем! Сегодня я вам расскажу, что мы купили, что я купила. Мы только что вернулись из Европы, из Парижа и Милана. И я вам покажу сегодня несколько вещей, не все. В следующих моих видео я покажу вам многие другие вещи, но сегодня только несколько. И я надеюсь, что вам понравится. И... ну что, приступим к просмотру моих покупок. Да, и не забудьте подписаться на мой канал и смотреть мои видео. И любые комментарии всегда, пожалуйста. Ну все, давайте смотреть, наслаждайтесь. Привет всем! Сегодня я покажу вам, что мы купили в Париже. Мы только недавно оттуда вернулись, в Париже и Милане. И начну с джинсов. Окей. Мы купили вот такую пару джинсов. Это мы купили в Милане. Dolce & Gabbana. Как вы видите. Такие красивые-красивые джинсы. Вот так они сделаны. Шов идет посередине. И сзади, и спереди. Шов только посередине. Такие здоровские джинсы. Да, вот такие вот. И покажу вам пару маечек. Вот это была куплена в Париже. Такая красивая маечка. И вот еще одна. Мы купили много вещей, но я покажу только несколько сейчас. Очень-очень красивая маечка. На днях я сделаю еще одно видео и покажу, что еще мы купили, так как сейчас мне нужно бежать. Ну вот. Покажу вам сумки Prada и еще всякие вещи, какие мы купили. Ну все, подписывайтесь на мой канал и будете смотреть мое видео. Все, пока сейчас всем.